Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале BAS93, и сегодня у нас тест новинки от компании Dell Audio Gryphon 165 Pro. Бюджетная серия от компании Dell Audio. Итак, вкратце расскажу вам, что у него по характеристикам. Значит, чувствительность 95 дБ, номинальная мощность 80 Вт, сопротивление 4 Ом и размер 165 мм, что очень важно, стандартный размер. И сегодня мы их сравним, в принципе, с конкурентами ихними на рынке, Avatar MTU-61. Avatar MTU-61 стоит у нас 2200, Dell Audio стоит у нас 2000 рублей. Сейчас мы их сравним в нашем стенде. Как у него мы название придумали? Духовка. Да, сравним в нашей духовке, но нет, мы их жечь не будем. Просто у нас будет тест, значит, на оборудовании ESPEL Lab в режиме RTA по алгоритмам BTL. В общем, мы померяем 30 секунд, погоняем музыку и узнаем, какой же динамик, в принципе, громче. В общем, по стенду у нас, значит, магнитола Pioneer, усилитель двухканальный FR2500, в принципе, по каналу на динамик. Все предельно просто. Датчик находится ровно по центру, на расстоянии 1 метра. Итак, давайте сейчас поменяем микрофон и будем наваливать. Первый претендент у нас Avatar MTU-61 на замер. Программа ESPEL Lab, 30 делений громкости у нас стоит. И мы сейчас посмотрим, сколько же он напердит у нас. Так. Результат 100,84 дБ, видите, динамик Avatar. Теперь, смотрите, выключаем, включаем грифон. Так, заново трек сначала, смотрите, громкость та же, 30 делений. Переходим вот так вот сюда. И поехали, запомнили, 184. Делаем, как всегда, три замера, да, чтобы понять адекватность у нас. Значит, давай поменяем трек, следующий включим. Выключаем этот, включаем Avatar. Все, меняемся местами. Программа ESPEL Lab, режим замера по формату BTL. Итак, поехали. В первом раунде у нас победил Dell. Сейчас смотрим дальше. Значит, ставим на начало трека. Выключаем Avatar.
Второй замер. Опять побеждает у нас гель на среднем значении в пиках. Что хочется отметить по звуку. Намного приятнее. Это как-то шепеляет. Здесь более естественный вокал такой, более приятный. Поэтому делаем третий замер. Ну, уже, в принципе, так понятен фаворит в наших замерах. Включим сейчас другой трек. Еще на двух разных треках. Чтобы не говорили, что для этого динамика подходит какой-то определенный трек, меряем на трех разных в этот раз. Так, выключили, включили. Громкость также 30 делений. И поехали. Видно, да? И у нас крайний раз так выключаем, включаем и за трек. Погнали! Данные. Итак, я думаю, рассказывать нету смысла, кто громче, понятно все. Максимально реальные условия, как на соревнованиях, к примеру, как на VTL, на том формате, на котором мне нравится алгоритм измерения. В принципе, вы видите данные, видите значения. Цена 2000 рублей, цена 2200 рублей. Выводы делаете сами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что с чем вы хотите сравнить. Обязательно в одинаковом ценовом бюджете, да, в сегменте. И мы это сделаем для вас. Пока, дорогие друзья, дальше будет больше видео.